12 по 14 сентября 2018 года на ВДНХ проходила международная специализированная выставка «Инваэкспо. Общество для всех», являющаяся национальной платформой для демонстрации развития отечественной реабилитационной индустрии и формирования доступной среды в Российской Федерации для эффективного сотрудничества представителей госзаказчиков с производителями и поставщиками изделий реабилитационной техники, а также с организациями, представляющими услуги медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. В течение 3 дней выставку посетили свыше 7 тысяч человек. В выставочной экспозиции свои товары и услуги представили более 100 участников. В их числе ведущие компании-производители оборудования для людей с ограниченной мобильностью, реабилитационные центры, поставщики средств адаптации окружающей среды, представители общественных организаций инвалидов. Каждый экспонент продемонстрировал достижения в области создания комфортной и доступной среды для людей с ограничениями по здоровью. Компания-разработчик технологий SkyWay, закрытое акционерное общество «Струнные технологии», представила на выставке не имеющий аналогов в мире электромобиль для людей с ограниченной мобильностью. Впервые управлять машиной можно будет, находясь в кресле-коляске, на которой человек сможет заехать в салон через специальную дверь. Конструкция юнимобиля, а таково рабочее название новинки, устраняет препятствия в мобильности, характерные для переделанных стандартных моделей. Он резко отличается от существующих на сегодняшний день автомобилей. Это связано с тем, что все его параметры обусловлены конкретными потребностями людей с инвалидностью, которые получат возможность в полной мере реализовать свой потенциал, доехать до места работы, учебы, досуга, иными словами, вести более независимый образ жизни. Например, в задней части, где у привычного автомобиля располагается багажник, у юнимобиля находится пандус, что вызвало необходимость сделать заднюю дверь плоской. Малые размеры и уникальная компоновка машины позволяют парковаться перпендикулярно тротуару, что значительно облегчает посадку и высадку, а также дает возможность оставлять транспортное средство на общих местах стоянки, а не только в специально отведенных для этого местах. Еще одной уникальной опцией машины является возможность укомплектовать ее инвалидной коляской с электроприводом собственной разработки с запасом хода до 40 км. Транспортное средство было разработано на базе имеющегося набора инновационных решений, успешно реализованных в струнных транспортных системах SkyWay, использующих электромобили особой конфигурации, оснащенные интеллектуальной системой управления. Работая над подобным транспортным средством, компания рассчитывает создать социально ориентированный продукт и связанную с ним новую нишу на рынке, а также одновременно решить ряд задач, направленных на реализацию проекта SkyWay.